Из последующей борьбы за чемпионский титул у латвийской национальной лиги выбыл волейбольный клуб «Вентспилс». В ответной серии полуфинальной игры в Риге «Вентспилсчане» проиграли спортсменам РТУ. На этот раз борьба была еще напряженней. «Вентспилсчане» выиграли первый сет, однако студенты РТУ отыгрались во втором. «Вентспилсские» волейболисты вновь выигрывают в третьем и вновь рижане отыгрываются. В пятом сете «Вентспилсский» клуб проигрывает. Наши волейболисты будут бороться за третье место с командой «Айскрауклы». Дата финальных игр еще пока неизвестна.